Привет, друзья! Сегодня я зашел в магазин «Светофор», чтобы показать вам все новые товары, которые появились на полках. Этот выпуск будет интересным, поэтому не пропустите ничего. Первое, что я хочу показать, это защитные перчатки, сделанные из качественного материала, которые были произведены в Китае. В упаковке 3 штуки. Они симпатичного розового цвета и имеют цену 94 рубля. Перчатки уже доступны в большинстве магазинов в большом количестве, так что не пропустите шанс приобрести их. Также на полках появились детские футболки с различными принтами. Они сделаны из 100% плотного хлопка и имеют размерный ряд от 104 до 134. Для девочек есть красивые футболки с мишкой, произведенные в России. Цена за футболку 110 рублей, и они продаются в пакетиках. Если вы заинтересованы в других расцветках, то вы можете найти их на полках магазина. Наконец, я хочу показать вам мягкий плед с ворсом, который имеет размер 200x220 и доступен в ассортименте цветов. Он приятный на ощупь, а также доступен размер 150x200. Цена за плед размером 200x220 составляет 938 рублей. И он произведен в России. Вам стоит обратить на него внимание, если вы хотите приобрести качественный плед по разумной цене. Также есть прекрасное голубое одеяло с разноцветными узорами размером 150x200 с плотностью 300 грамм на квадратный метр, которые стоят 668 рублей. Я также купил большие махровые покрывала размером 190x220 с плотностью 430 грамм на квадратный метр. Они очень плотные. Цена за них составляет 1497 рублей. Их цвета фиолетовый и голубой, хотя, возможно, есть и другие в других магазинах. Они произведены в Туркменистане. Почти прошел мимо, но заметил некоторые упаковки. Оказалось, это самонадувающийся коврик с подушкой размером 183x57 с ценой 1136 рублей, произведенный в Китае. Коврик поставляется в индивидуальном чехле, в комплект также входит заплатка. Коврик можно застегнуть на две застежки. Я покажу вам, как он выглядит в развернутом виде. Этот коврик хорошего качества и не имеет неприятного запаха. Его необходимо надувать вручную, но я думаю, что он будет хорошей альтернативой матрасу в походе, который тяжелый, а этот легкий. Если надуть его, то будет комфортно спать в палатке. Даже если будет прохладно, в магазине можно купить набор двух полотенец разных размеров. Одно полотенце имеет размер 70x140 см, а другое 35x75 см. Производитель утверждает, что эти полотенца обладают хорошей впитываемостью, а материал, из которого они сделаны, состоит на 20% из полиамида и на 80% из полиэстера. Чтобы сохранить качество материала, рекомендуется стирать полотенце при температуре не выше 40 градусов. Кроме того, они выглядят очень красиво, хотя я не нашел информацию о цене, и в магазине есть только одна расцветка. Следующий товар – складные табуретки, которые имеют размер 28x33x36 см. В собранном виде они занимают мало места. Максимальная нагрузка на одну табуретку составляет 90 кг. Ткань, из которой они сделаны, называется Oxford, а цена на них составляет 252 рубля. Табуретки произведены в Китае. Для защиты деревьев от болезней, ожогов и вредителей можно использовать побелку. Она покрывает площадь 8 квадратных метров. Ее цена составляет 55 рублей, и она произведена в России. Еще один товар – гибкая белевая веревка, которая имеет длину 190 см и оснащена 12 перещепками. Ее цена составляет 199 рублей, и произведена она в Китае. В этом же магазине можно приобрести универсальные тенты размером 3 на 4 метра, которые защищены от воды и ультрафиолетового излучения. Они имеют люверсы длиной 100 см и используются как укрытие. Эти тенты произведены в России и доступны в большом количестве. В продаже представлены ведра на 12 литров, покрытые цинком стоимостью 209 рублей, которые производятся в России. Аналогичные ведра объемом 19 литров предлагаются по цене 311 рублей. Также в магазине «Светофор» доступны нержавеющие стальные термосы объемом 1 литр, открытие которых происходит при нажатии на кнопку. При открытии термоса появляется пластиковая штука, через которую можно наливать напитки. Периметр термоса оснащен резинкой, чтобы избежать протечки жидкости. Цена на такие термосы составляет 350 рублей, и они производятся в Китае. Сегодня в магазине «Светофор» поступил яхтный лак, изготовленный на основе алкидно-уретановых смол, который обладает высокой стойкостью к морской и пресной воде. Расход одного слоя лака составляет 800 мл на 12 квадратных метров. Цена за банку составляет 250 рублей.
Этот лак производится в России. Среди новинок магазина также появились глубокие тарелки объемом 600 мл, размером 19 см и производятся в России. Цена на такие тарелки составляет 72 рубля 10 копеек. Аналогичные глубокие тарелки объемом 600 мл и размером 17 см изготовлены из материала с содержанием 3% кальция и доступны по цене 137 рублей 70 копеек. В продаже появилась смесь ореховая весом 500 грамм под названием «Ореховая». Ее цена составляет 290 рублей. Также можно купить грецкие орехи в скорлупе за 116 рублей за килограмм. Однако, на мой взгляд, орехи уже достаточно старые. Но это может не быть так плохо. В магазине также можно купить яблоки первого сорта по цене 69 рублей 50 копеек за килограмм, которые очень популярны и многие покупают их коробками. Картофель только недавно привезли, но цену я не узнал. В наличии также имеются мандарины и разнообразные луковичные цветы, включая лилии и гладиолусы. Они стоят 42 рубля за пакетик, и ассортимент цветов достаточно велик. Недавно поступило нерафинированное подсолнечное масло, которое продается по цене 461 рубль за 4,5 литра и упаковано в красивые банки. В продаже также есть чай черный с бергамотом весом 200 грамм от London Pride за 27 рублей и черный турецкий чай с ароматом бергамота и гвоздики, упакованные в красивые коробочки по цене 124 рубля за 100 грамм. Многие говорят, что в светофоре не всегда есть шиповник. Однако здесь можно приобрести товар от компании «Доктор Вкус», которого хватает на 85 чашек. Весит 500 грамм, укрепляет иммунитет, является источником витаминов и полезен для здоровья. Его стоимость составляет 206 рублей за пакет. Сушеный чеснок продается по цене 67 рублей за упаковку, весом 200 грамм. Зернистый перец душистый стоит 57 рублей за 50 грамм. Приобрести пакетик ванилина весом 150 грамм можно. В наличии также имеется сахарная пудра, но следует быть осторожным с открытыми пакетами. Ее цена 32 рубля за 200 грамм. Соус с лесными грибами и луком, петрушкой стоит 56 рублей за упаковку весом 400 грамм. Соус чили с чесноком предлагается в бутылке весом 860 грамм по цене 253 рубля. А классический соевый соус этого же производителя объемом 1 литр продается за 90 рублей. Ребята, я решил сделать заказ в магазине «Любимый Василек» и показать вам, что я купил на этот раз. Оформление заказа возможно при покупке на сумму от 1000 рублей и выборе удобной транспортной компании. Я уже не в первый раз делаю заказ в этом магазине. На этот раз я приобрел забавные детские наборы для купания, состоящие из трех элементов. Полотенце с капюшоном размером 90 на 90, рукавицы для мытья и банных тапочек на резинке. Их материал махра, а состав 100% хлопок. Качество исполнения отличное. В магазине имеется достаточно большой выбор товаров с анимационными персонажами. Их можно выбирать разные. Комплект из трех предметов, чалма, рукавица и полотенце на липучке, стоит 885 рублей. Кроме того, в магазине также присутствуют наборы для взрослых, мужские и женские, для посещения сауны. Они также состоят из трех предметов и стоят 924 рубля. Ткань махра имеет плотность 390 грамм на квадратный метр, а состав 100% хлопок. Размер универсальный 44-58, а цвета достаточно насыщенные и яркие. После стирки цвет сохраняется, а производство этих наборов находится в Узбекистане. Еще одна новинка в магазине «Василек» – это мужской топ «Валентин». Он изготовлен из мягкого хлопка и доступен в размерах от 42 до 52. На груди топа имеется оригинальный графический элемент, материал 95% хлопок и 5% лайкра. Есть разнообразие цветов в ассортименте, а цена составляет 244 рубля. Невероятно красивое покрывало из поплина было заказано мной в этом магазине. Оно выполнено из 100% хлопка и имеет трехслойную структуру. Два внешних слоя из поплина и один внутренний слой синтепона. Наполнитель равномерно распределен и хорошо простеган. Качество этого покрывала просто восхитительное. Размер, который я выбрал, был 145 на 50, и его стоимость составила 1506 рублей. Если вы выберете другой размер, то цена будет отличаться. Это может быть хорошим подарком для ваших близких. Последний товар, который я заказал сегодня, это покрывало из натурального хлопка с рельефной поверхностью в виде симметричных квадратиков. Я выбрал его в размере 240 на 200.
качестве подарка. Есть размерный ряд от 100 на 200 до 300 на 200, и, соответственно, цены будут различаться. Доступны различные цвета. На этом у меня все. Всем пока!